проходит. Но есть лучшая игра. Просто по поводу того, какие у меня взаимоотношения с Азизом охуенные. Мы прям, можно сказать, очень близкие друзья, постоянно общаемся. И его жена с Настей общается, приезжает, вот буквально вчера в гости к нам, она приезжала, они сидели там что-то, чаевничали. Азиз там и кошку свою у нас оставляет, и кота. Ну, то есть такие, знаете, как две семьи мы, короче, с кайфом. Это... А, опять звук хуйнула. Хуйнула жестко? Санифер? Очень. Он меня и потянул, можно сказать, пацанам. По большому счету. Он начал меня знакомить со всеми. Потом я с Илюхой познакомился, с Exile. Я тогда еще у Алишера в охране работал.